продолжаем рассматривать проект решения удаления главврача муниципального района Красноярского края Пошлого Петра Яковлевича в отставку. Напомню, что в ходе первого заседания очередной сессии 8 декабря прошлого года была оглашена и принята поправка, а именно конкретизировать период неисполнения обязанностей по решению вопросов места назначения. Проект решения с учетом принятой поправки у вас на дачном материале, кроме того, есть пакет документов, был заблаговременно повторно отправлен для ознакомления. Ну, уважаемый депутат, я хочу обратить ваше внимание на то, что речь идет о неисполнении Хохлу в течение 3 и более месяцев обязанностей по решению вопросов места назначения в период с 23 декабря 2020 года по 20 октября 2022 года, то есть до момента его отстранения от должности по решению судебных органов. Обоснование указанных фактов приведены в депутатском обращении, и вы все в полном объеме ознакомлены с данным обращением. В проекте решения отражена мера ответственности главы Ачинского района перед депутатами районного совета и населения нашего района. А 22 января 2024 года на наш с вами адрес поступило мнение губернатора края, вы с ним ознакомились, инициатива депутатов не поддержана. В силу закона мнение губернатора носит только рекомендательный характер. Решение остается за нами. Совет депутатов принял предусмотренные законом меры по уведомлению Хохлова, рассмотрению депутатского обращения. Почтовые отправления были отправлены 3 раза, по-моему, с подписью уважения. Ответы не последовали, Петра Яковлевича есть, как бы сказать, он может на проект нашего решения ответить свое мнение. Мнение мы, к сожалению, никакого не дождались. Тут там бы мог объяснить, почему, что и как. Перед процедурой голосования у меня имеется техническая поправка, которую мы должны с вами рассмотреть в силу положения нашего регламента. Техническая поправка, я имею в виду ту поправку, что в нашем проекте, в предыдущем, да, было просто 00.00.23 год. Поэтому предлагаю заменить словами 29 июля 2024 года. То есть сегодняшний день, который мы рассматриваем сегодня. Поэтому прошу голосовать за техническую поправку. Кто за то, чтобы нулевое значение 23 года заменить словами 29 июля 2024 года, прошу голосовать. Кто за? Прошу отпустить. Против. Пожалуйста. Спасибо. Принимается. Ну, коллеги, напоминаю следующее, что в районный совет поступило требование депутатов о проведении тайного голосования по проекту решения. Требования подписали 7 депутатов. Согласно регламенту, у нас будет тайное голосование. Нет, я предлагаю этот вопрос поставить сейчас на голосование. Вместе с регламентом райсовета, статья 58 регламента, ставлю на тайное голосование, так поступило заявление от 7 депутатов. Ну так это же меньшинство, это даже меньше половины. И что у нас меньше половины принимали? Решает то, как мы будем голосовать. Ну это цирк просто, и профанация будет. Почему? Вот именно ну потому что... Ну почему вы утверждаете, что цирк? Ну давайте скажите, почему. Ну потому что сейчас пойдем в кабину, напишем, потом пойдете куда-то их считать, эти голоса. Считать будем здесь, если хотите. Давайте здесь сразу считать. Хорошо, ну, нет проблем. Потому что вот это вот с комиссией, потому что это время наше. Да главу также избирали, что-то в кабинке тоже тайное голосование. Не, потом пошли. Но, а потом пошли, и у нас глава от этого такой, которого мы не видим. Поэтому давайте считать здесь сразу, вон высыпали с коробки, посчитали. Ничего же не мешает это сделать. Хорошо. Хорошо. Согласен. Просто. Давай дорожка и будем. Да. Но проведение, для проведения тайного голосования, определение результатов необходимо избрать счетную комиссию в составе не менее 3 депутатов. Пожалуйста, ваше предложение. Я предлагаю Дорошов Павел Владимирович, Кириенко. Ну, может, еще кого-то желание есть? Пеняс Дмитрий Васильевич. Я нет? За. Нет возражений? Нет. Нет. Кто за данное предложение? Будем голосовать списком. Нет возражений? Да. Нет. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Кто за состав комиссии? Пенясов, Дорошов и Кириенко. Прошу опустить. Против. Воздержался. Спасибо. Принимается. Итак, члены счетной комиссии. За единогласно, значит, за негласно. Так, избранная счетная комиссия начинает свою работу. Коллеги, вы из состава своей счетной комиссии избираете председателя, если можно, то вы все заняты сегодня. Поэтому прошу, кого? Я за Дорошка. Я за Дорошка. Не-не-не, вы решайте. Втроем отойдите куда-то в уголочек. Павел Владимирович против, чтобы вы куда-то удалялись, куда-то. Будет подговорить опять где-то.
Составляйте протокол номер один. Аппарат совета, я прошу вас помогать избранной комиссии. Пофиг, не